Всем привет! Краткий обзор петард. Сегодня у нас на осмотре петарды Steel Cracker К0204, по 12 штучек в пачечке. Петарды идут с фитильной запалкой. Сейчас мы для вас их протестим. Поджигаю. Есть. Давай просто налет. Даже в ушах чуть-чуть зазвенело. Нормально. С лункой. Горит в воде? Вроде бы да. Да, был взрыв. Ну, воды не было наверх. Так. Баночка Пепси, я думаю, еще бахнем сейчас. В баночку она должна поместиться. Лазит? Лазит. Опа! Вот это да! Кстати, на днях мы стреляли, как на днях, в этот же самый день мы стреляли К0204С. Они аналогичные, только ты из стерочного, эти с фитилем, стерочные вообще никакие. Кстати, лучше брать Steel Cracker. Так, и напоследок полет мыски. Я надеюсь, они заставят ее слететь. Заставила. Вот такие вышли у нас петарды Steel Cracker.